Новый новокопатель в действии. Спецмашина позволяет решить целый комплекс задач. Углубленная минерализированная полоса значительно выигрывает в сравнении с обычной опашкой. Травяной покров в таком импровизированном рве восстанавливается гораздо дольше. Соответственно, уменьшается риск пожара на заповедных территориях. Есть и еще одна важная функция. Предотвращает от несанкционированного захода на территорию, а так как пребывание на территории заповедника, оно в принципе без особого разрешения запрещено. Ну и опять же, это тоже профилактика пожаров, потому что любые несанкционированные, так называемые, дикие туристы, это потенциальная, в том числе, опасность для возгорания, поскольку шашлык, отдых и так далее. Новенькие воздуходувки также появились на вооружении инспекторов заповедника благодаря сотрудничеству с угольщиками. Вес у оборудования внушительный. При полном баке воды 40-50 килограммов. Но и эффективность гораздо выше устаревших ручных приборов. Тушили, отлично тушат. Усилия никакого, ни старания. Проходишь, очаг огня забиваешь, все, пламя сбивается и погашается. Использовать воздуходувки пришлось буквально на днях. Степной пожар охватил десятки гектаров, в том числе и заповедных территорий. Причиной вновь стало чье-то халатное отношение к окружающей среде. Экологи взывают воспитывать уважение к природе необходимо с детства. С этой целью запустили несколько просветительских акций. Классные часы, родительские собрания, выступления гидбригад направлены на воспитание чувства ответственности и бережного отношения к родному краю. Подробности можно узнать на сайте заповедника Хакаски. Компания «СУЭК» поддержала инициативу специалистов. Помощь, которую мы оказываем, это реальный шанс именно профессионалам дать возможность внести определенный вклад все-таки в защиту природы. Но природа нашего региона, вы сами видите, она просто уникальна и она требует защиты. А угроза, по-моему, таится со всех сторон, начиная с человека, это браконьерство и в том числе пожары, о чем мы с вами сегодня говорили. Сегодня угольщики уже обсуждают со специалистами заповедника, какие совместные акции проведут в ближайшем будущем. Сохраним природу Хакасии вместе. Угольщики и экологи не только объединили усилия и ресурсы для работы в этом направлении, но и призывают всех жителей Хакасии поддержать их. Призыв размещен на баннере, который расположен на одной из самых оживленных транспортных развязок республики. И как никогда актуален он в преддверии длительных майских выходных. Берегите природу. Наталья Данина, Антон Михайлов, РТС.